Вот я в бытовке тут, я это самое, я поклоны не могу делать на ладошке, тут у нас пол-то грязный, я на кулаки. Нормально-то? Не... Когда вот Ефрема Сергеевна. Что именно? Когда поклоны делаю, я опираюсь не на ладошки, потому что тут у нас в бытовке пол вот грязный. Так надо, вот так надо делать. Поклон делаешь ты, 10 заповедей. Голова, что проходила, задевала пальцы и лбом задевал землю. Вот так вот, не надо зажимать. Вам меня видно, нет? Да. Вот, вот так. Понятно. Ну, близко, пальцы вместе, и чтобы голова проходила, вот так вот. И головой задевай пол. И одновременно у ты. У меня там грязно. В помещении грязного там этом находится где-то там. Коврик надо брать какой-нибудь. Ну я вам показал, как делается. Это поклонение заповедям, 10 заповедям. И одновременно ты поклоняешься до земли, признаешь владычество над собой Христова. Тут дается объяснение. Все, благодарю. Аллилуйя. Какие вопросы есть еще? Давайте. А я тут корректурой занимаюсь. Ой-ой-ой. В 3 часа ночи я уже за компьютером. Еще около 100 проповедей надо полностью проверку сделать. Да запятой. А уже прошел примерно 210 проповедей. И 123 занятия тематические были в Потеряевке. Вот так Господь благословляет. Все, жду. Игнат Тихонович, берегите себя. Да слава Господу. Стараюсь, Девора. Великие слова. Проверяй, кто брал, чтобы все скидывали на меня. Да, потому все что отправляют вам и мне. Окончательная проверка, я должен пройти абсолютно за всеми. Там пропуски есть, они не знают, что дальше. Запись ли была не очень хорошая. Вот даже у меня самое лучшее, вот у меня сестра есть. Вот она, там на мне написано глаз, голос, глаз, а она пишет З, глаз, З. А это совсем другое дело. Глаз, глаз, голос. Сокращенное имя. Ну да много такого. Вот я сейчас... Ну, я жду. Давайте, отошел.